Бокс – спорт сильных и смелых. В Ульяновске в зале спортивной школы Олимпийского резерва имени Петра Липатова в эти дни проходит межрегиональный турнир по боксу среди юношей и девушек. Несмотря на юный возраст, участники порадовали зрителей зрелищными боями. Соревнования проводятся в возрастной категории 15-16 лет. Это юноши, девушки 2008-2009 года рождения. Приехали гости из других регионов. Чувашии, Новочебоксарске. Данил пришел в секцию бокса в начальных классах. Парень пошел по стопам своего дяди, который также занимался этим видом единоборств. К соревнованиям парень подготовился на 100% и готов показать свое мастерство. Во время каникул мы занимались два раза в день, с утра и вечером. Я достаточно подготовился, думаю, выиграть. Турнир памяти героя России Дмитрия Кожемякина в Ульяновске традиционный и проводится уже в 15-й раз. Подобные старты для ребят – отличная возможность подготовиться к более серьезным соревнованиям. Они ждут, когда этот турнир будет. Вот, и многие тренера тоже ждут, чтобы проверить, как себя ребят чувствуют в ринге и все остальное. Такая боевая практика. Турнир продлится до 26 апреля. Победители и призеров наградят медалями и грамотами. Кирилл Савосин, Олег Тоньшин, Управда ТВ.